I think Metallurg had the puck control more than we had, but I'm really proud of those guys, the way they battled today, especially young goalie. He kept us in the game. We didn't gain too many chances, but we had some. And the way it's end up was the goalie. He really played a great game today. But the main thing is we are on the road trip right now, and we had the plan how we want to play on the road trip, and boys really executed that well. I'm really proud of the beside of the boys, the way they play and the way we get the extra point. Команда противника, Металлург, не больше контролировали шайбу, хорошо играли, у нас очень хорошо сыграл вратарь, мы создали довольно много хороших возможностей, где могли забить голы, но великолепно играл и вратарь противников, вытащил там несколько шайб. И ну, Пека доволен игрой своей команды, и мы сейчас довольно такой длинной поездки, и потому есть специальный план подготовки на все матчи, и он доволен и результатом, и тем, что выиграли 2 очка. Ну, по игре что сказать? Спасибо ребятам, что вытащили матч, в конце забили гол. К сожалению, не все игроки у нас готовы в связи с травмами и поздним приездом. Не все готовы на 100%, а отсюда и падает движение, падает скорость. Ну, спасибо ребятам полностью. Кто остался на льду, те сыграли как могли, вытащили этот матч. Но, а буллиты, уже 16 буллитов мы не забиваем. То есть сейчас в раздевалке большие претензии предъявил к нападающим. Они и были претензии сейчас уже в грубой форме, потому что нужно все-таки вратарей наших жалеть. А 16 буллитов не забивать, это просто издевательство над вратарями и над защитниками. То есть очень мало забиваем. Спасибо болельщикам за поддержку. Интересно, ну как, такая своеобразная игра. Сначала у нас было больше преимущества, но потом, конечно, нам пришлось отстаивать свой счет, и наши противники очень нападали много и создавали моментов, и в конце концов им удалось сравнять счет, но в конце наш вратарь великолепно выступил на буллитах и удалось выдержать победу. Вам не обидно, что не удалось все-таки выиграть в основное время? Ну, конечно, хотелось бы так, но если реально посмотреть на игру, то обе команды играли очень хорошо и дисциплинированно. Так что, ну, так на этот раз получилось. Относительно игры Новокузнецкого Металлурга что-то можете сказать? Может, чем-то удивило? Очень тяжело что-нибудь сказать о командной игре после одной игры. Мы их не видели весь сезон, так что я не могу осудить, и я не думаю, что я буду справедлив своих, скажем так, в своем мнении. Ну и последний вопрос. Дайте, пожалуйста, оценку выступления в целом рижского «Динамо» в текущем сезоне. В этом сезоне у нас, как и в других, бывают хорошие времена, бывают тяжелые времена, иногда затягивается. Но в конце, то есть мы стараемся каждую игру. Мы выходим на игру, чтобы выиграть. И я думаю, что в этом нас нельзя упрекнуть. Счет иногда не получается, как бы мы хотели бы, но старания у нас, то есть, есть, и желание тоже.